Знакомьтесь, Энтони Ди Иорио – это предприниматель, организатор сообществ, публичный оратор и идейный лидер в сфере децентрализованных технологий. Он родился и вырос в Торонто и получил степень бакалавра торговли по маркетингу в Университете Райерсона. Ди Иорио является бывшим директором по цифровым технологиям в TMX Group и основателем Decentral.TV, а также генеральным директором и основателем Jaxx. Энтони – один из соучредителей проекта «Эфириум» вместе с Виталиком Бутериным и тремя другими основателями. Наиболее известные мероприятия, организованные Энтони, это первая канадская биткоин-конференция Canadian Bitcoin Expo 2014, а также мероприятие DEC_TECH. С 2012 года Ди Иорио посетил более 100 технологических мероприятий, а также выступал в качестве основного докладчика на конференциях по всему миру.